Ребята, так, первый вопрос. Кто ваши соперники сегодня? Мы все. Сами. Я сама себе соперник сегодня. А вот в этой программе что вы, на что делаете ставку? На технический или на артистический? И как вы это будете делать? Я думаю, на артистический. Ну, артистический нет, там техники хватает. Но просто такой какой-то, мне кажется, номер такой душевный получился. И хочется просто тронуть им зрителей. Немножко, чтобы они унеслись, перенеслись из холодной вот этой вот сейчас такой мокрой Москвы. Вот куда-то в горы, и поля Болгарии, на болгарское солнышко, да? Мое болгарское солнышко. Я знаю, что эмоциональное катание – это ваш конек, и об этом знают наши зрители. От них и от меня удача. В общем, теплая страна с мягким климатом. И танцевали ребята не просто под болгарскую народную песню в болгарских национальных костюмах. Они удивительные фантазеры.
Они столько напридумывали элементов, которые отвечают вот этому национальному колориту, что просто диву даешься. И один, и второй, и пятый, и десятый. Просто молодцы. А я тем временем хочу напомнить вам, уважаемые телезрители, что основной принцип командных соревнований заключается в том, что все баллы, набранные участниками из одной команды, суммируются. И та команда, которая набрала больше баллов, побеждает. Молодцы, умницы. Вот помылся сейчас. Молодец. Ну что, умница. Вот так все плыло. Немножко. Прям растворились. Молодцы. Албена Денкова, Максим Ставицкий. Оценки за технику. Все 6-0. Средний балл 6 баллов. Оценки за артистизм. Все 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов. Потрясающая история любви.